Сегодня в индустриальном районном суде Барнаула прошло первое заседание по делу Марии Матузной. Ее обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Поводом стали размещенные в интернете картинки с мемами. В ходе заседания Мария отказалась от данных ранее признательных показаний. Подсудимая заявила, что подписала признание по незнанию и оговорила себя. Теперь ее дело будет рассмотрено не в особом порядке, как предполагалось ранее, а в общем. Будут проведены при необходимости новые независимые экспертизы картинок, допрошены свидетели. Впрочем, сторона защиты Марии не надеется на оправдательный приговор. Я не надеюсь на оправдательный приговор, честно, потому что я не знаю ни одного оправдательного приговора по данным статьям, да. И нужно быть трезвомыслящим человеком. Вот, я это утверждаю. Срок будет, но какой он будет, условный или реальный, может быть и срока не будет, потому что предусмотрен штраф обеими санкциями, правда, штраф довольно большой, от 300 тысяч. Следующее заседание по делу Марии Матузной состоится 15 августа 2018 года. Напомним, по тем же статьям сейчас обвиняется еще двое жителей краевой столицы. Причина также размещение в социальных сетях картинок мемов, оскорбивших, согласно позиции обвинения, чувства верующих. Подробнее о первом заседании в наших ближайших выпусках.